Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 10 на странице 105. Здесь два задания, прочитаем первое. 24 литра фруктового сока разлили 8 банок поровну. Сколько надо таких банок, чтобы разлить 18 литров сока? 21 литр сока. Итак, из условия задачи нам известно, что 24 литра сока разлили 8 банок, причем разливали поровну, то есть одинаковое количество литров в каждую банку. Чтобы узнать, сколько литров сока получилось в одной банке, нужно 24 разделить на 8. Это получится 3. 3 литра сока в одной банке. Теперь мы можем узнать, сколько надо таких банок, чтобы разлить 18 литров. 18 литров мы будем разливать по 3 литра. 18 разделить по 3, получается 6. 6 банок понадобится. Если же у нас 21 литр сока, то мы 21 поделим по 3, получится 7 банок сока. Состав задачи по выражению. Второе задание. 12 разделить на произведение чисел 15 и 5. Мы составим следующую задачу. В 5 одинаковых пакетах разложили 15 килограммов картофеля. Сколько потребуется пакетов, чтобы разложить в них поровну 12 килограммов картофеля? И тогда мы сначала 15 разделим, 15 килограммов картофеля разделим в 5, по 5 одинаковых пакетов. Это получится 3 килограмма картофеля в одном пакете. И теперь мы можем узнать, сколько потребуется пакетов, чтобы разложить 12 килограммов. 12 разделим по 3, получится 4. 4 пакета понадобится. Записываем ответ. 2.4 пакета. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.